Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмуглеры Дрэнд. Меня зовут Алина. И вот я опять с вами и показываю четвертую часть этого видео в разложенном виде мою кофеварку. Смотрите, какая красота! Я ее разложила. Подключать мужа нету дома, когда придет, не подключим. Ну, я решила вам показать. Это можно сделать вот сюда, наливается вода. Когда вода заканчивается, она дает знать, здесь должна быть постоянно. Она должна быть полностью с водой. И можно сделать на чашечку кофе. Если я одна дома, мне нужна только чашечка кофе. Я сделала себе чашечку кофе. Если у нас гости или моя вся семья дома, я это слаживаю, ставлю вот такой термос, он на 10 чашек кофе, и завариваю, сколько мне надо, опять же программирую, 5 чашек, 6 чашек, 10 чашек кофе. И вот такая у нас штучка для капучино. Взбивает молоко. Вот стакан для молока. Здесь вот такое отверстие. И вот эта штука выставляется. Туда избиваем капучино. Я такая довольная. Видите, у меня сколько всего операций, сколько здесь разобраться надо. Но я довольная. Ну, мы посмотрим, как она работает. Если она нам не понравится, мы покупали в таком магазине, где в любое время мы можем прийти, сдать, нам вернуть деньги. Все до копейки, плюс до налогов, все. Или мы можем купить другую, какую мы захотим. И вот что к ней еще прилагается. Вот такая инструкция, как делать кофе капучино. И вот такая книжечка с рецептами, как делать капучино. Здесь очень много рецептов всяких. Просто черный кофе. Ну, тоже придется мне с этим всем разбираться. И вот для смузи моя вот такая штучка. И рыжик наш пришел похвастаться. Вот это делать смузи. Не только смузи. Там можно и суп, и всякие пюрешки все делать. Вот это если тут один. Это насадки. Это все меняется. Вот эта штучка снимается. Ой, одной рукой мне неудобно. Я ее оставила, а снять не смогу. Ну ладно, не будем. Вот здесь все, всякие функции. Ледяные напитки. Фрустдринк, сноудринк, айскрим. Вау, даже мороженое можно будет сделать. Вау, класс. Ну, будем разбираться. А вот это насадки. Это насадка на один стакан, если я хочу сделать. Оно раскручивается. И вот крышечка. Крышечка надевается, и могу я идти взять с собой. Вот эта штучка надевается, делается салаты, такие корейские салаты. Вот такие я тебе хотела купить и ручную. Я видела в магазине. Вот, мне попалась фото. Вот в этой штучке, нужно замешивать тесто для печеньки. Печеньки вот такие у нас продаются в магазине. Шоколад с изюмом. И вот эту штучку, которую я вам показывала,
вот эта штучка. Вот. На маленький стакан там лёда кидаешь и делаешь. И вот насадочки для салата. И опять же инструкция, вот всяких салатиков, что можно делать. Вот книжечка ниндзя, ну, как ее слаживать. И вот книжечка с рецептами. Пожалуйста, рецепты. Там все, что можно делать в этой. Я такая рада, девчонки. Наконец-то супики, всякие пюрешки. Так, буду садиться на диету. И я. Вау, класс. Красота. Жду лета, весну, чтобы насадить всего всякой зеленушки себе. И будем летом делать смузи. Хотя у меня есть много замороженных фруктов. Только фрукты, овощей замороженных у меня нет. Фрукт есть. Ну все, дорогие друзья, всего вам хорошего, благословений вам, вашим домам. Всего самого наилучшего, теплой весны, лета и осени, и мира нашим домам.